зрительном зале представительницы прекрасного пола, руководительницы общественных организаций. С наступающим 8 марта женщин поздравил лично глава администрации городского округа Химки Дмитрий Волошин. В первую очередь, конечно, любви я вам всем желаю. Любви бескрайней, безграничной, чтобы она всегда была с вами, никогда вас не покидала, и вы всегда носили ее в своем сердце. Счастья вам и вашим близким. К теплым поздравлениям и пожеланиям присоединилась и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Она отметила, несмотря на то, что женщины пол слабый, зачастую именно на них держится многое. Здесь собрались люди, которые очень активны в своей жизни. Вообще женщина человек активный, да, и на плечах женщины очень много находится и по семье, и по заботам в самом государстве. Это самые такие вопросы, которые необходимы для человечества, они все в основном находятся не только на плечах женщины, но и в руках женщины. И наше счастье тоже в наших руках. В преддверии Международного женского дня для главных виновниц торжества организовали праздничный концерт. Главным гостем стал популярный исполнитель Николай Бурьяновский. Вокалист спел для дам песни их молодости, а некоторых и вовсе закружил в танце. Эмоции, по словам женщин, у них исключительно положительные. Я почувствовала такую молодость и легкость, что меня вот закружил вот певец знаменитый такой, прекрасный, талантливый в вальсе был, да, что я почувствовала такую вот молодость и радость, что мы еще чего-то можем. В конце торжественной встречи ни одна из представительниц прекрасного пола не ушла домой с пустыми руками. Каждой Дмитрий Волошин подарил букет главных цветов весны – тюльпанов.